пневматический гайковерт Craftool PW с крутящим моментом в 1300 ньютон-метров. Гайковерт поставляется в фирменной картонной коробке. Внутри, помимо инструмента, переходник на быстросъем и необходимая документация. Рассмотрим инструмент поближе. Гайковерт получил компактный композитный корпус в комбинации матового черного и зеленого цвета. Вес прибора 2,1 кг. Рукоять прорезинена для лучшего удержания при работе. На ней располагается красный курок выключателя. А в основании находится входной штуцер на 1/4 дюйма с переходом под быстросъем для подключения компрессора. На тыльной стороне прибора размещен переключатель крутящего момента. Им же можно включить реверс, переместив его в одну из сторон. Работает инструмент при давлении до 6,3 атмосфер и способен выдавать 1300 ньютон-метров крутящего момента. При этом частота свободного вращения шпинделя достигает 8500 оборотов в минуту. Присоединительный патрон имеет форму квадрата размером 1/2 дюйма с фрикционным кольцом. Что в итоге? Перед нами качественный гайковерт с эргономичной конструкцией. Он подойдет для использования в автосервисах, ремонтных мастерских, промышленных объектах. Там, где есть компрессор необходимого давления. Такой инструмент предрасположен к продолжительной эксплуатации и лишен проблем с перегревом за счет работы на сжатом воздухе. А ударный механизм Twin Hammer поможет открутить самые сложные крепления.